и переделывай в левом и среднем ряду. Ну, трупик лежит. Как всегда, 14-й виноват. Так вот, ребята, нельзя гонять по таким заснеженным дорогам. Ну все, приехали, и можно посмотреть, что у нас показывает по среднему расходу. Получается, проехали 440 км где-то. И расход у нас, это моментально 1,3, ну там он до одного доходит, 7,4 на 100 км. 446 еще осталось, пол бака практически, можно сказать. 6 градусов, 1,3. Сейчас оборот у меня немного повышен из-за того, что там с клапаном холостого хода какие-то проблемы. Ну, короче говоря, в среднем вот 7,4 литра на 100 км. Это я проехал 440 км. Вот такие дела. Хотите, я так же сделаю? Как же? Я устала. Щи расколочу молоком. Столько жира, блядь. Просто худеть нужно. Свинье? Или тебе? Ну, всем нужно. Пошла жара в хату. Что, не работает? Работает, работает. Минимальная сумма 10 рублей. Здесь дополнение. То зачислить. Я думаю, пока что хватит. Так, прикладываем. Что-то нифига не срабатывает. В итоге мойщик сменился. Все, вода закончилась. Все, поехали. Ноги теперь стряхивай. Не куртку, а ноги. Я их на улице держать. На улице не нужно держать. Сюда снежок попал. Ой, как тепло теперь в салоне. Нужно эту женщину с наступающим поздравить. А то что-то в канун Нового года мы немножко нагрубили, походу. Давай крикнем ее с наступающим. Открой окошко. Спасибо, с наступающим. Спасибо, с наступающим. До свидания, до свидания. Вот, сразу на душе легче стало. А то как-то не очень было неприятно. Да, конечно, очередь. Но неприятно, когда вместо воды идет пена. И то пена не особо-таки хорошая. Чуть в рот мне не попало. В рот пена чуть не попала. И что, может, малёха попала? Вкусная, нет, хоть? Баблгам? Нет, я буду. Да? Понятно. Ладно, едем дальше. Ну все, салаты все приготовлены.
автомобиль вымыт, подарочек ему такой на Новый год своеобразный. Хотя автомобили нужно мыть каждый день, если они у вас пачкаются. Конечно, если у вас есть деньжаты, либо свой собственный двор с керхером, либо хотя бы ведерко и тряпочка. Короче говоря, с наступающим вас всех, всех благ к вам, чтобы автомобили не ломались. Чтобы вас в автосервисах не обманывали, перекупы не нагревали с огроменными космическими ценами на автозапчасти. И, как бы, главное, крепчайшего здоровья. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Ну да. От гаишников тоже надо бегать. Кстати, да. Ладно, с наступающим вас Новым годом! Ура! Новым годом! Новым. Пока. Да все, харе уже выключили.